Интересно заметить, как некоторые, в кавычках, порядочные девушки выставляют в своих альбомах и на главную страницу фото полуобнаженных или обнаженных девушек и целующихся страстных молодых пар, говорят о том, какие они порядочные и приличные. Оправдывают они это тем, что на фото находятся не они, а лишь красивые картинки. Если для вас, уважаемые порядочные девушки, фотографии голых девушек считаются красивыми, то что мешает вам самим сфотографироваться таким образом и это выставить в интернет? Если вы одобряете таких девушек и признаете это красотой, то можно прийти к одному только выводу. В вашем сердце находится похоть, страсть, блуд, неприличие. Но ввиду царящего общественного мнения в вашем кругу, вы сами так не можете сфотографироваться, хотя вам очень хотелось бы. Порядочная девушка никогда не позволит себе распространять фотографии непорядочной девушки. Она будет стремиться ко всему, что заключает в себе целомудрие, благочестие, кротость, смирение. То же самое относится и к парням.